Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря». Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора, речь последней ему полюбилась по всему. «Здравствуй, красная девица, — говорит он, — будь царицей и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан на пир честной сел с царицей молодой. А потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха и завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело в дальний отлагая, с первой ночи понесла.